Что это за песня такая? Не знаю, но ее явно испортили. Простите, я люблю джаз, но только не в исполнении англичан. Можно вас пригласить? Отец его возненавидит. Он умнее его, и он чернокожий. Мне ненавистна сама мысль о том, что я больше тебя не увижу. Но ты должен. Должен снова меня увидеть. Ты в своем уме, белая? Англичанка, а как же твой народ? Основано на реальных событиях. Мой дед был королем. Я его наследник. Я обязан вернуться домой к своему народу. Но я не добьюсь в жизни ничего стоящего, если оставлю свое сердце здесь. Если вы выйдете замуж за лидера африканской страны, на вас ляжет ответственность за крах Британской империи в Африке. Ты выбираешь жизнь полную позора! Я понимаю, о чем ты просишь. Что это значит? Да, я выйду за тебя. Режиссер Амма Асанте. 20 лет я учил тебя быть королем. И так ты мне отплатил. Мой дом. Наш дом. Думаешь, тебя здесь примут? У тебя нет права быть нашей королевой. Ты отречешься от права на престол. Голод, малярия. Мне предстоит много дел. Нам он нужен больше. Отпусти его. Мы недооценили ситуацию. Смотрите в феврале. Мне сообщили, что вы не хотите видеть меня своим королем из-за цвета кожи моей супруги. Между ними стоял целый мир. В вашей стране могут начаться бунты. Вас ждет пожизненное изгнание. Один я не справлюсь. Найди способ вернуться ко мне, Сиреца. Вернись ко мне. Но ничто не смогло их разлучить. За вами наблюдает весь мир. Она сильнее, чем мы все думали. Она женщина, которую любят. Дэвид Ойелоо, Розамунд Пайк. Я готов служить вам, потому что я люблю свой народ. Я люблю свою страну. И я люблю жену. Соединенное Королевство.